За какое время скорая помощь должна доехать до пациента? На какие категории делят обращения граждан? Что нужно сообщать во время звонка диспетчеру о работе скорой? Доктор ответит на все ваши вопросы. 4 августа в студии исполняющий обязанности главного врача областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха и главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи регионального Минздрава Инна Труханова. Программа «Звоните доктору». 4 августа 18:15 на телеканале «Самара ГИС».